Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Это обзор боксерского шлема Reload Smart от компании Ultimatum Boxing. Мы данный шлем и примерим, и изучим в мельчайших деталях, но начать я хочу с главного. Я к этому обзору подошел довольно ответственно и проанализировал шлем не только теоретически, но и практически. А именно, я поехал в дружественный зал и протестировал шлем в довольно жестких спаррингах с боксерами серьезной квалификации. Быстрее, Андрей, стараться быстрее это делать. Пару слов о нарезке со спаррингов, которую мы только что посмотрели. Камера снимала именно центр ринга, а центр — это место удобное именно для высоких подвижных спортсменов, как я. Поэтому я там выглядел относительно конкурентно, но в реальности оба эти парня по мастерству, они меня существенно превосходили. Поэтому биться с ними — это было очень большим испытанием, как для меня, так и для шлема Reload Smart. Давайте его детально разбирать. Вообще, с одной стороны, можно идти по деталям, что вот такой шнурок, такой шов, такая застерочка. Но на самом деле в любом боксерском шлеме существует всего два по-настоящему важных параметра. Первое — это самое главное, зачем вообще мы одеваем шлем. Насколько он защищает голову, спасает по мере возможности от ударов. А второе, да, защита — это хорошо, но можно, грубо говоря, можно так защититься, что будет неудобно и ничего не увидишь, и будучи защищенным, можешь просмотреть самое интересное, как говорил мой тренер. Давайте вот по этим двум параметрам и шлем рассмотрим. Удобство. Насколько он удобен? Когда мы его одеваем, сзади здесь есть липучка, надо ее заранее отрегулировать, у меня отрегулировано. Также есть шнурок, тоже уже по размеру заранее отрегулирован. И вот я его одеваю. Вот, все одел. В принципе, базовые моменты, на которые надо сразу обращать внимание. Брови на месте, ну, если я вниз особенно подниму чуть-чуть, все, они закрыты. Уши на месте, скулы защищают нос на месте, то есть все на месте. При этом есть шикарный обзор, я это все четко вижу. Теперь то, что не так очевидно и что не бросается в глаза. Данный шлем на мне сидит как влитой. То есть я его одеваю третий раз в жизни, но он именно сразу на меня сел. За счет чего? Ну, опять же, это тема отдельного разговора. Мы с вами не технологи. Я так понимаю, за счет удачной конструкции. Кроме того, еще один важный момент по поводу удобства. Когда вот вы, ну, скажем, боксируете, то очень многие удары, они скользящие. То есть вас бьют, а вы там уклоняетесь, по-разному ныряете и вскользь вас цепляют. Так вот, этот шлем, я даже внизу застежку не застегнул, он очень, даже без застежки, вот обратите внимание, его тяжело сдвинуть, то есть он очень четко садится на голову. Это за счет конструкции, и в том числе, когда моя голова и, ну, ваша голова, когда именно вы боксируете, вы вспотеете. Так вот, здесь есть специальная ткань, это какой-то особый материал, редкий, который, как бы, по сути, прилипает, ну, не то, что не в прямом смысле прилипает, в общем, четко контактирует очень хорошо с вашей кожей, даже когда вы потный, и не елозит, не скользит от ударов, которые по вам вскользь пришлись. И это действительно важно. Ну что, по поводу удобства, наверное, я все основные моменты сказал. Очевидно то, что здесь очень хороший обзор. Также давайте переходить к защите.
По поводу защиты. Что важно? Во-первых, уши. Они защищают наши уши. Но не так часто бьют по ушам. Мы с вами живем не в Мексике. У нас, как правило, по правилам, хотя бы на тренировке, стараются ребята и девчата биться. Гораздо важнее это вот эти вот валики, которые защищают наш нос. Они сделаны здесь очень грамотно. То есть на месте все четко к носу близко прилегают. И при этом, что важно, что они, кроме того, что они довольно толстые сами по себе, посмотрите. Но дополнительно, именно у носа, видите, здесь есть особый выступ. То есть он где-то около сантиметра. Это сделано специально, чтобы еще больше защитить нос. Теперь к моментам менее очевидным. Сама толщина этого шлема, она очень большая. Я не знаю, сколько в сантиметрах, но он реально толстый. Он очень толстый. Несмотря на то, что он не огромный, когда мы его одеваем. И есть момент скрытый, который, по сути, я мало от кого слышал, чтобы кто-то его разбирал в шлемах как таковых. На самом деле, в шлеме крайне важен материал внутренний, то есть начинка шлема. Почему она важна? Потому что полно вы пропускаете ударов, даже банально там по лбу, сюда куда-нибудь, в скулы, скользящие все удары. И вот этот вот толстый материал, он может быть формально просто материал, а может пружинить, иметь как бы разную упругость. То есть, если объяснять на пальцах, как вот подошва у кроссовок. Может меньше пружинить, больше пружинить. Так вот, здесь он пружинит и поглощает энергию удара очень хорошо. Ну что, я считаю, все основные моменты мы разобрали. Можно, конечно, сказать о том, что, ну, знаете, полезные какие-то мелочи, например. Ну, такие вот, казалось бы, что здесь есть защелка. Почему именно защелка, а не липучка? Потому что липучка, она со временем расклеивается, и вроде шлем у вас может остаться хороший, а липучка уже нет. И люди, они начинают как-то изобретать что-то, завязывать там узлы вместо липучки, идут в мастерскую, говорят, а пришейте мне новую липучку, ну и так далее. Здесь вам это делать не придется. Также шлем очень красивый и эстетичный. Я хотел бы еще рассказать момент, который на меня произвел огромное впечатление. Это цена данного шлема. Я не хочу называть конкретную цифру, потому что этот обзор, я думаю, он будет актуален много лет, а цена может чуть-чуть меняться за это время. И кроме того, смотрят люди и из Украины, Казахстана, Узбекистана, в разных странах разные валюты, поэтому цена разная. Но данный шлем, по сути, он очень дешевый. Как это сделано? У компании был шлем Gentry Max, и это был идеальный шлем мексиканского стиля. То есть все, что можно было вот сделать в нем хорошее, в нем сделали абсолютно все. На данный момент времени, я не знаю, может быть, в будущем технологии шагнут вперед. У нас на планете есть Илон Маск, строят космические корабли. Может быть, и шлемы когда-то станут какие-то не такие, как сейчас, а вообще другие, как в фантастических фильмах. Но в наше время из того, что вот что все, что можно сделать именно в шлеме мексиканского стиля. Мы не говорим про шлема с бампером, это отдельный разговор, и Ультиматум их тоже производит. Так вот, в Gentry Max было сделано все, но был у него минус. Ну как минус? Это цена. Она была порядка 10 тысяч рублей или порядка 150 долларов. Зато качество, эта цена, особенно по мировым меркам, она очень доступная была, да? Но давайте будем реалистами. Мы живем в России, поэтому для нас, ну все-таки это довольно серьезные деньги. И компания Ультиматум, насколько я понимаю, вообще идея главная этого шлема была такая. Это сделать очень качественную защиту головы максимально доступной по цене. То есть они взяли шлем Gentry Max и подумали, как можно его удешевить. И они удешевили его за счет вот этой внешней облицовки. То есть она не кожаная, а она, ну, сделана из искусственной кожи, из какого-то синтетического материала. В то же время конструкция, начинка, вот этот внутренний материал, который именно предотвращает скольжение, материал, который внутри именно пружинистый, качественный, застежка, элементы конструкции, шнурки, липучка, то есть сохранено все. Но шлем изменен так, то есть это по сути, это как тот же Gentry Max, только
по доступной цене. И, соответственно, если вам цена, ну, не настолько важна, то вы можете покупать Gentry Max, а если вам реально нужна защита головы, вам это, ну, важно, но нету, в данный момент нету возможности купить Gentry Max, то я вам крайне рекомендую этот шлем. Я считаю его просто шедевральным и буду теперь в нем тренироваться. Спасибо, что посмотрели данный обзор. Я надеюсь, он вам будет полезен. До новых встреч, друзья. Тушу камеру.